Мы еще раз приветствуем Республику Беларусь, народ Беларуси, братский народ. Действительно, ваш народ очень пострадал, потому что фашисты как раз имели целью, конечно, уничтожения, в первую очередь, вот славянские народы. И сегодня мы, многие нас спрашивают, почему сегодня вот делаем это мероприятие, когда вроде в стране бурлит ситуация, а потому что она бурлит из-за того, что некоторые попытались разрушить армяно-российскую, армяно-белорусскую дружбу, некоторые попытались внести раскол, и это, и продолжают, совершенно верно, да, совершенно верно вы сказали, продолжают это делать, и пока они продолжают это делать, мы будем терять, и мы будем бурлить, и мы будем страдать. И именно сегодня мы видим необходимость в том, чтобы, во-первых, четко и ясно сказать, что Великая Отечественная война для армянского народа, победа в этой войне, это судьбоносная победа. Не было бы этой победы, мы бы здесь с вами сейчас не сидели, не было бы армянского народа. Это раз. И второе. То есть я хочу сказать, что эта война для нас отечественная война. Не просто она называется отечественной. Для армянского народа это действительно отечественная война, потому что Турция, мы как все знаем, хотела завершить свое грязное дело по геноциду армян. И только лишь то, что Армения была в составе Советского Союза, воевала за нашу общую страну, за общую родину, только это лишь позволило нам сегодня, не только вот сегодня, а после этой войны выжить, создать мощную страну, не только Советский Союз, я имею мощную страну, имею в виду, а и Советская Армения. Это был золотой век нашего народа. К сожалению, мы это поздно поняли. Но сегодня мы должны гордиться нашей победой. Армянский народ одержал победу в Великой войне вместе с другими народами Советского Союза. Мы народ-победитель. И никто не имеет права от нас отнимать вот это почетное звание, почетное для нас, для всех еще будущих и поколений, да, и вот и политики это должны понимать, и так далее. И кроме того, сегодня армяно-российские отношения, когда я говорю армяно-российские, я имею в виду и армяно-российские, и армяно-белорусские, потому что союзное государство Россия и Беларусь находится в кризисе. И мы как народ, а здесь собрались лучшие представители нашего народа. Это руководители партий, руководители общественных организаций, известные ученые, журналисты, представители научной, культурной интеллигенции Армении. Мы как народ должны сегодня вот здесь заявить на весь мир. Армянский народ не разделяет те гнусные порывы или позывы, которые пытаются расчленить нашу дружбу с Россией, с Беларусью. Мы этого не допустим, и мы против этого. Мы в этом видим, в этой дружбе, мы видим гарантии безопасности нашего народа, гарантии независимости нашей страны, гарантии сохранения суверенитета и территориальной целостности нашей страны. И именно поэтому мы сегодня с вами здесь собрались.